Добрый день, дорогие друзья. Так, Вейт. Вчера у нас не удалось открыть ни одной из концовок, ни одной из тех, что мы видели. Но сегодня попробуем это сделать. Хотя кое-что и получилось открыть секретного босса. Но их там еще два. Итак, глава вторая, да, и я, наверное, не буду вас докучать повторением прочтения всех тех записок, которые мы прочитали в первое прохождение всех глав. Поэтому будем читать только те, которые, собственно, остались. Я со всеми демонами разобрал. Подождите. Приблизиться к зеркалу. Да. Поэтому будем читать только те записки, которые мы не прочитали. Так, сейчас открываем третью концовку. Для третьей концовки нужно открыть всех трех секретных боссов, то есть совершить плохие поступки. Ну, как считает игра. Если борьба с демонами считается плохим поступком. Пускай так. Левого верхнего угла начинаем. Да. Рисую я точно плохо. Откуда ты появишься? Да, боссы легкие. Это одна из тех записок, которые мы читали. Да, и, к сожалению, для получения нами первой концовки придется заново пройти главу. Ну, что поделаешь. Без разницы. Так. Мы ведь, да, всех удалили. Не стоит его пугаться. Ведь его не могут. Так, вот ребенок уходит. Оставь записку. Разбираемся с демоном. Собственно, оставим все эти записки на потом. Отлично. В
гайдах описывается, что леди веретенообразно, она появляется только в тех местах, в смысле, она в принципе во всех локациях бывает. Но там, где одна свеча, она всегда есть. Воу. Замечательно. Забираем записку. Но не спускаемся в подвал церкви. Не спускаемся туда. Забираем все записки. Еще один демон находится здесь, исповедание. Здесь ролик. Он попросит нас привести ребенка. The girl reached out to be a kid, but in the end, I couldn't save her. I left her to die. I am sorry for me that my best sins. Thou hast said will. Here is my penance. Treat the child to be preferred the set of the attrition. And thou shalt have the peace thou seekest. Give thanks to the Lord for him good. For his mercy endures forever. Ролик закончился. Последняя записка. Теперь идем на грузное поле. Мы должны привести ребенка. Ребенок идет за нами. Теперь надо подвести его к исповеданию. Как? А, его надо было... Его надо было вывести на свет. Неужели все по новой? За ребенком? Так, свечи не горят. Значит, идем за ребенком. Я понимаю.
Но для секретной концовки я потребую... А, твою ж за ногу, опять его надо доставать. Да, единственное условие — это не обращать внимания на ребенка. Свое внимание. То есть не смотреть на него. Иначе он пугается и убегает. Давай, 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 где ты, откуда появишься? Есть такое дело. Пациент страдает от галлюцинаций. Джон считает, что он герой, посланник Божий, пришедший в этот мир защитить невиновных. Бежав из реального мира, Уорд создал свой собственный мирок в голове. Чтобы все это имело смысл, он продолжает верить в злых духов и паранормальные аномалии. Мой вердикт. Методика инвиво ровно до того момента, пока Джон сам не сможет заставить себя принять тяжелую истину. И, ради бога, прошу, переведите миссис Мартин в другое медицинское учреждение. Каким-то образом Джон знает, что она находится здесь. Он ведь священник, как-никак, обладает некоторыми экстрасенсорными способностями. Ведь он изгоняет духов. Так. Еще одна записка. Эту записку мы читали. Давайте посмотрим. Должна быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Начиная с 17-й записки. Так, теперь часовщик. Спускаемся. Да. Еще одна записка. Циферблат. Далее начинаем с 2 часов. Двигаемся вперед, вверх. Таким зигзагом идем. Довольно простенько.
Затем нас должны превратить в демона. В демона. Черт, надо было, наверное, наверх пойти. Наверх от выхода. Да что такое? Допустим, типа, а вот олени, замечательно. Берем записку в центре. Далее превращают нас в демона. Да. Момент очень, кстати, классно сделан. Очень оригинально. Ах ты ж, ё-моё. Надо ж было полностью под мостом пройти. Тогда можно было бы превратить Джона уже в... А, нет, я так не могу. Давайте вернемся на... Да-да-да-да-да. Я понимаю, понимаю. Вернемся. Последнее сохранение. Спасибо. То я просто не вынесу по 3-4 раза проходить. Игра мне нравится, но от постоянного повторения тоже устаешь. Значит, в образе этого паука нужно убить двух человек. Ай-яй-яй! А, подождите. Давайте грузовика дождемся. У нас будет тогда вторая попытка. Грузовик! Ну где грузовик-то? Не хочет появляться. Да, 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 да. Мы уверены. Вторая глава. Продолжить. Значит, вниз. Вправо. Опа. И для того, чтобы, ребята, получить одно из достижений, называемое пендехо, нужно во всех трех главах попасть под грузовик с надписью Эрдорф. Так, теперь под грузовик кидаться не надо. Это всего лишь вторая попытка. Только забрать двух людей. Давай, давай.
Опа. Спели. Смерть. Смерть поджидает. Заберем все записки. Здесь, собственно, записок не так много. 4. И второй. Самое главное в этой игре быть очень запредельно внимательным. Помимо записок, в которых указываются какие-то подсказки внутриигровые, надо еще и смотреть на окружение. На них тоже бывают подсказки. О, привет, привет. Давно не заходил. Ах ты ж! Стик случайно. Бляха-муха. А, понимаю, понимаю. Сейчас со временем беда. Вечно, вечно что-то нужно, куда-то нужно. И для чего-то. Ну, ты ничего не потерял, потому что вчера был такой филлерный прогон. Я пытался открыть концовки, но у меня в итоге ничего не получилось. В этот раз уже более-менее. Я сейчас открываю концовки и достижения. Давай, 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 утоповый. Топтышка. Теперь две записки справа и слева. Ой, нет, ты не поверишь. Скорее, не столько подсказки, сколько пришлось разгадывать сам гайд, который описывает, ну, по пунктам, как чего взять, где найти. Все гайды, собственно, на английском. И поверь мне, они такие замудренные, что, блин, диву даешься. Как люди вообще что-то отыскивали. Вот. Руку поднял. Понятно, понятно. Мортис. Так. Слева-справа. Чтоб ты понимал, в третьей главе записок, собственно, сам гайд для получения достижений. Открытие всех записок, битвы с боссами. На 30, около 30 страниц. Гайд. Представляешь? 30 страниц текста. Охренеть. Вроде не так много делаешь, а по сути столько всяких нюансов в игре.
Отлично. Где там этот? Да, благословляю. Так вот. Из гайдов я скорее беру нахождение секретных боссов, концовки и записки. Ну, некоторые из них нужны для открытия достижений и секретных боссов. А, собственно, битвы с боссами я не читаю и не читал. Для того, чтобы, ну, не портить себе впечатление. Я туда и иду. Я туда и иду. Ага, замечательно. Так, теперь вспомнить бы. По-моему, сначала вниз. Да, вниз битва с боссом с фонариком. Босс с фонариком. Где ты, дорогой? Опа, опа, опа. Ух ты. Где ты там? Опа, 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 опа. Ну, не самые сложные боссы, а вот конкретно сюжетные, типа в конце глав. Эти боссы, да, они сложные. Так, я никакой записки не забыл. Чисто. Чисто, чисто, чисто. Давай, давай проверим. Так. 17. Да, эту записку он не помнит. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. То есть, раз, два, три, четыре. Четыре записки осталось. Да, я в курсе, но еще на первом прохождении. Я догадался, что нужно было смотреть на граффити, которое указывает стрелками, куда идти. Ну и плюс, когда ты первый раз проходишь мимо решеток, там пробегает фигура в красном, и она уходит, где решетка со стрелками, она уходит как раз вверх. Это намек такой жирный был. Опять момент с фонариком. Вот здесь мне уже не нравится. Не нравится это место. Так. На всякий случай проверить. Угу. Они ненавидят свет, но это все, все понятно. Кыш, кыш, сволочи. Ключ. Раз таки ключ.
Вот. Когда ты убиваешь во второй главе всех трех секретных боссов, в этой комнате располагаются три могилы. Три могилы. Поэтому нужно уничтожить всех трех секретных боссов. Тогда эти могилы исчезнут. Похвально! Ты славный и верный прислужник Божий. Скоро мы навестим тебя. Заметки. Сразу проверяем количество. А то я боюсь заметку пропустить. Хотя потом, возможно, на марафоне мы догоним все это. Раз, два, три. Три заметки. Хорошо. Да и тем более нам еще первую концовку открывать. Это тоже непросто. Так, дверь с ключом. Ну, здравствуй. Не бойся, Джон. Ну что ж, пойдем. А для первой концовки как раз таки этих боссов вообще не нужно трогать. И нужно, чтобы отец Гарсия выжил в стычке с главным боссом. Давай. Отец, да. Опа. Отец Гарсия. Отец Гарсия серый, а Джон Уорд синий. There shall no evil befall me, for he shall give his angels charge over me. They shall bear me up in their hands, and I shall tread upon the serpent. Ish, приспешники сатаны. Therefore will he deliver me. He will deliver me in trouble. He will deliver me and honor me. Вот, кстати, этот босс мне нравится больше всего в игре. Вторая фаза пошла. Мы сейчас одни в темноте. Ах ты ж, зараза. Вторая фаза. Пошла. Давай, где ты, сучонок? Да, в этой фазе лучше все-таки двигаться. Тогда мы не набредем на нее случайным образом. Есть. Третья фаза. Теперь нужно осторожно смотреть за отцом Гарсии. Ах ты, падла! Влетела. Черт
Забыл про амплитуду. Да ё-моё. Ладно, это пока еще не самый сложный момент. Потому что... Самый сложный момент будет... Ай-яй-яй-яй-яй! Потом, когда она поставит пентаграмму. Изыди. Изыди, демон. Замечательно. А босс повержен. Утро ломится в окно. Так. Что-то записок не хватает. Да? Где Хорошо, не пойдем. Ладно, Джон. А, я наверх не ходил. Вот, еще одна записка. Так. Эту записку мы читали. И... Что в сухом остатке? Одна записка. 26-я есть, но 25-й нету. Вот тут как раз таки надо мне глянуть, где я... где я проебался? Где эта записка гребаная? 25-я. Так, идем наверх. Или вниз надо было пойти? Бля, я не понимаю. Это как раз третья концовка. Ладно. На марафоне. На марафоне на эту недостающую записку найдем. Запомним. 25-я. На севере откуда? Теперь. Все то же самое. 35 заметок. Мы записку все-таки находили. 4. Кажется, вы не помните эту заметку. Странно. Странно. Ну, пускай так и будет. Продолжить. Новая игра. Пролог. Нет, главу заново. Заново главу. Шо, год? Это
насколько мне известно, называется «Безмолвный» или «Невыразимая», которая мелькает в записках. Записка раз, записка два, записка три. А вот, кстати, фотографии маленького Майкла. Это та тварь, которая появляется в первой главе, такая белая. Она тебя преследует в лесу. Назовись демон. Ты ничего не знаешь, пендехо. Я тебе устрою, пендехо. Нет, нет, нет. Ну, не нас, не нас. Заметки можем собирать, можем не собирать. Ну, какие встретятся, мы возьмем. Нам, собственно, заметки теперь не важны для открытия первой концовки. Хотя в одном из гайдов было написано, что некоторые заметки могут стригерить определенный концов. Хотя по мне так действия, они гораздо важнее, чем собирание записок. Так, подойти к зеркалу, присмотреться. А ключик вот он, вот он. Да. Музыка в этой главе работает. Кстати, вот этот демон туманный, один из интереснейших демонов. По крайней мере, открытие этого демона одно из интереснейших. Но сначала мы заберем другого демона. Вот. Вверху находится туманный демон. Там такая развилка. И как раз такие статуи, вот эти статуи, это и есть подсказка к тому, как открыть этого демона. Но начало слева. То есть первая статуя показывает вправо, потом вверх, потом влево и потом опять вверх. Вправо вверх, влево вверх. Надо так и двигаться. Вправо идем. Теперь идем вверх, потому что это место зациклено. Вверх. Далее влево.
И снова вверх. А вот демон. Ну здравствуй, здравствуй. Ну он такой себе. То есть найти его гораздо интереснее, чем победить. Сохраняшечка. Здравствуйте. В принципе, записочки все по пути. Они не так много времени отнимают, если мы их подберем. Так, череп. И последний демон в этой локации. Чересчур просты, если правильно все делать. Так, ключ. Угу. Спасибо. Забираем ключ. И идем наверх. Ой, че это я застыл? Каждый раз улыбает. Так, покайся во грехах, да. Записочка. Теперь сюда. Я даже не знаю, как прокомментировать. Если ты про дерево, которое превратилось в демона, то это дерево. Смотри за свечами. Теперь ищем свечу. Одну свечу. Так, две свечи. Сразу тоже тут заберем записочку. Опять две свечи. И тут... ладно, черепок. Ой, блин. Зря зашел. В принципе, не надо было заходить.
Да. Игра очень разнообразная. Я думал, такой графикой мало что удастся передать, но... Это полноценная, очень полноценная игра. С богатым лором, с отличным сюжетом, музыкой, загадками, с подачей, то есть... Машинный голос вместо обычной озвучки. Да, и дизайн демонов, собственно. Одно из немногих. Что отличает эту игру от других страшилок? Ну, выходили игрушки, но не наподобие. Все-таки стилистика, ладно. Стилистика тех лет сохраняется. Вот, она тут. Ай, блин, слишком близко. Да понятно, понятно. Так, запьем уже на записку. Одна свеча. Свеча догорала. Так. Две. Две. И тут две. Ай, ё-моё. Ну что ты, сквозь лавки не пройдешь. Триггерить, наверное, уже не надо. Ну да, 8-битная. В принципе, что музыка, что... Сама графика. Ну давай уже вылазь ты, демоница. Хватит меня туда-сюда мотать. Две свечи. Где ты уже сидишь? Ота, попалась. Ну давай, давай, где ты там, вылазь. Она здесь. Не хочет. Так, минус леди. Как колесо протокол. Да, такой же 8-бит. Это, кстати, загадка мне понравилась с циферблатом. И подсказка к этой загадке в заметке, оказывается. Надо двигаться по символам. Которые... Ой, блин. Не туда. Которые обозначают время. Прямо. Вверх. Сюда. Сюда. Сюда.
Мать демонов. По-моему, вниз. Да, сейчас появится группа оленей. Бэмби. Бэмби. Теперь записка и нас превращает в паука. Джойстик вибрирует вовсю. Вниз, вправо, вверх. Теперь, да, пару можно оставить. Убийство нам ни к чему. Сахарный диабет. Вперед. Так. Ну, кое-что по пути соберем, ладно. Быть. Наверх. Вот он бежит. Фигура бежит, бежит, бежит. И наверх быстренько. А, приходы с перевоплощением? Нет, это... С одной стороны, может показаться приходом, с другой стороны, может показаться кошмаром, с другой стороны, эти события он уже пережил. Сам Джон Уорд. Это ж как бы события... Уже пережитые, получается. Мы проигрываем. Да я видел твою пантомиму. Неинтересно. Уходи. Но левую записку я возьму. Вдруг для триггера нужно и эту фигуру обратить. Красную. Которая на нас побежит. Как много экранов. В концовке номер один нужно, чтобы отец Гарсия выжил. Чтобы выжил, а секретные боссы не были побеждены. А... Слушай, я там ничего не терял в тот раз. С фонарем, по-моему, самый неудобный. Самые неудобные демоны. Oh,
Все. Последний босс. Не помню, что кто-то говорил, какие-то звуки издавал. Так, отлично. Здесь, собственно, пусто. Забираем ключ. Вот, видите, как раз три могилы. На одной из них паук, на второй ребенок. И на третьей, самый первый босс, пентаграмму нарисовал. Ну, здравствуй, здравствуй. Let us go. Yes, it's true what happened to Amy. You are no murderer, John. There is no much you could have done. But Amy now her soul is at rest. Let us go. Вперед. Вперед, отец мой. Эй. Здрасте. Он такой. Ах ты, нифига себе, и нас завалил, падла. Ну ничего, у нас есть сохранение. Главное, чтобы отец Гарсия выжил до конца битвы. Но почему ты сюда встал? Nor feed evil that walketh in darkness. I shall behold the reward of the wicked. Да ё-моё, засмотрел на себя. Вдруг кто-то вообще не напишет. Я-я. Very good. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. My God, if he I will trust, I shall not be afraid of the terror in the night, nor the evil that walketh in darkness, I shall behold thee. Да ё-моё.
Отец Гарсия, выберите, пожалуйста, удобную позицию. Да-да. Во, замечательно. I shall not be afraid of the terrors of night, nor the evils that wait in darkness. I shall behold the reward of the wicked, because I have made the Lord my refuge. There shall no evil befall me, for he shall give his angels charge over me. They shall bear me up in their hands. And I shall tread upon the serpent, because I have set my love upon him. Therefore will he deliver me. He will deliver me in trouble. He will deliver me and honor me. Vade pos mi sachana, exaudit omine pari. Vade pos mi sachana, exaudit omine pari. Vade pos mi sachana, exaudit omine pari. Мне кажется, даже геймплей немножко усложнился. Я-я. Ну, как не поговорить-то на эту тему? А, получи. Звездюлей священных. Нет, 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 отца не трогай. Получил. Все, мы сняли все покровы. Утро ломится в окно. Так, должна быть по всем параметрам хорошая первая концовка. Давайте посмотрим. Я-я, да. Да понятно, Джон, иди уже. Так. Текущее состояние. Дверь закрыта, в подвал не идет. Сделай доброе дело, скажи мне, что мы сделали все правильно, и концовка отец Гарсия написал. Мои кошмары ухудшаются. Я должен закончить работу с Эми. Но мальчики в опасности. Я не должен провалить это задание. Да. Да, это сильнейший тест для тебя. Кстати, реплики разные в концовках.
Да, Go Force with Fate. Первая концовка. Замечательно. Та-да-да-да-дам. Новый режим. Новый режим. Кири любит вас. Так. Ой. Давайте на выход. Третья глава. Ну-ка, какой режим-то? Все 35 записок. Все 20 записок. Назад. А, третья глава. Здесь 9 не хватает. А, новая игра. Сказать иглы, турборежим. Вот, кстати, насчет игл для Дины я так и не понял. Одна концовка у нас есть. Это, по-моему, вторая концовка. Первая хорошая, вторая нейтральная, а третья плохая. Третья самая легкая концовка. Ее легко получить. Это нужно ничего не делать, просто к машине возвращаться. Давайте так и сделаем. Твой первый экзорцизм. Да, отец Гарсия. Забавно, что в нейтральной концовке получается Джон после всех событий типа устал от битв с демонами, а отец Гарсия говорит ему о том, что это еще не конец, нам продолжить делать ну, экзорцизмы и дальше. На что Джон отказывается, отец Гарси наставляет на него оружие и заставляет его сесть в машину и продолжить дело. Но вот этот человек в сером, это не отец Гарсия, это предыстория, это отец Олред. В синем Джон Уорд. Это до событий, которые происходили в первой главе. Да, давайте взглянем на вашу дочь. Картиночки. Мы понимаем. Апостолы Господа уже рвутся в бой. Пока вы там ходите, я тут осмотрюсь быстренько в хате. Чистенько, уютненько. А наверху что? Кухня? Как-то. Ага, не пускает. Я должен вернуться к отцу Орду. Слушай, я не знаю. Я не помню старое лого Nintendo. Ну, потом, да, потом взгляну, посмотрю, сравню. Насылает на нас видение. А вот девочка во плоти. Привет, Эмми. Ты слышишь меня? Далее идет непереводимая игра слов на латыни. Здравствуй, священничек. Так, один кошмар закончился. Замечательно. 3 дня до нечестивой субботы. Ну, так как здесь мы просто пробежимся от места к месту, не будем задерживаться. А я и не приближался к двери, я прямо просто иду. Зачем? Зачем туда заходить?
Так. Да, уйти. Блин, грёбаная шерстюга от кота. У меня нос чешется. Делаем крюк. Садимся в машину. Уйти? Да. Клиника. Зачем нам клинику показывать? Не стойте просто так, отец Уорд. Возьмите книгу и прочтите молитву об изгнании нечисти. Беру. Понял. Давайте, экскурсия закончена. За зоопарк надо платить. По 5 баксов с носа. Да, вы тут оставайтесь. Остановочка. Возьми крест. Три дня до нечестивой субботы. А, два дня. Ой, а чё так много записок-то? Поехали. Гоняем. Интересно, какой у него автомобиль? Ага. Злополучный дом. Делаем кружок. И к машине. Покинуть, покинуть. Мар номер 3. Эй. Здрасте. А что вы там делаете? В прятки играете? Мистер и миссис Мартин.
Пам. Здравствуйте. А, с дома можно выйти. До свидания. А отсюда он уехать не может? Хорошо. Hello. Hello. Вот не надо на больное давить. Крестик смехотворный, да он из чистого золота. Один день до той самой субботы. Так, мало времени, Джон. Что ж, не будем записываться на детский утренник, а сразу уедем. Адьос. Детки и без меня разберутся. В какие игры им играть? Картина. Что это за картина была? Я ни за что на свете не вернусь туда. Хорошо, уходим. Угу, ничего не помню. Тогда уезжаем. Ай, ё-моё. Блин, боюсь в подвал спускаться. А вдруг бабайка? Так, кто там разорался? Выходим из дома. Конец истории. Ну да, нечестивая суббота. Здесь куда он едет-то? Я должен проверить в последний раз. Ключ находится в подвале.
посмотреть. А, здравствуйте. Вы на праздник пришли? А? Ай-юсан. Погиб. Погиб. Но это не концовка. Надо что-то... Что-то сделать, стриггерить. Нечестивая суббота. Давайте проверять, что именно. Хорошо. Подвал. Давай проверим дверь. Да, посмотреть. Чистая группа Корн пришла такая. Опа, опа. Разбили мне окна. Быстренько. Быстренько в подвал. Ключ появился. А может, не надо было смотреть? О-о-о! Это что за ебака? А, он застрял? Он не может двигаться. Дот. Интересно, что там с медведем. Может, я помню о нем. Опа, записка. Иельский психиатрический институт. Форма приема нового пациента. Имя пациента Джон Томас Уорд, 33 года, мужской пол. Этническая принадлежность белый кавказец. Белый кавказец. Назначенный специалист Джеймс Спинал, доктор психологии. Результаты медобследования. Рост 6 футов 2 дюйма. Вес 185 фунтов. ЧСС 92 удара в минуту. Артериальное давление 135 на 81. Текущее состояние. Незначительные порезы и ушибы. Растяжение связок левой лодыжки. Пациент находится в состоянии гиповолемического шока. Имеющиеся заболевания: астма, ремиссия, снижение работоспособности, ОДС вследствие детской травмы правого колена. Эмми? Что они от меня хотят? Почему ты так мучаешь меня? Я не знаю, как ты здесь оказалась. Я просто хочу, чтобы этот кошмар закончился. Непроизносимый. Или безмолвный. А, непрощаемый. Или незабываемый. Изгнать? Не, у меня креста нету. Я могу только передвигаться. Колодец. Грустная музыка. Вот Чупакабра побежал наверх. Она ведет меня к дому. Что тут происходит? Ух ты, все разрушено. Они не заслуживали этого. Это должен был быть я. Да как, в тебя же демоны не вселялись? Ну, кроме того раза. С второй главы. Да. Разрух тащ. Вот в бездну. Ага. Обветшал. Криш провалилась. Дождем залило. И я встретил дьявола в этой самой комнате. Хорошо, встретил.
Ладно, на чердак пойдем. Что это за фигурки? Типа, принимайте меня в свою банду. Я устал с вами бороться. Утянули. Damnatio memoria. New Blood Interactive представляет. Игра Heard of Games. Fate Chapter 3. Титры. Скипнуть нельзя. Зараза. Так, ребята, тогда давайте прервемся. Я вам другую картинку поставлю. Или погодите, что происходит? Нет, не прерываемся. Замечательно. Третья концовка. Новый сосуд. Угу. Спасибо. Спасибо за эти титры. Да. Так, что ж. Думаю, на сегодня закончим с этой концовкой. Нам осталось открыть всего одну концовку, дособирать некоторые заметочки. У нас будет полный фарш. Продолжим завтра. Специально больше времени выделю, потому что прохождение, ну, приличное третьей концовки. Особенно с собиранием всех записок и разгадыванием загадок. Так что, увидимся завтра. Подписывайтесь, ребята, на Telegram. Подписывайтесь на Boosty. Переходите по ссылочке в YouTube. Или же, если вы смотрите на YouTube, переходите на Twitch, где я стримлю. Спасибо, что смотрели. Всем до завтра.